5 лет назад, когда программа стартовала, участие в ней в основном принимали городские округа и райцентры. Сейчас же значительный перевес у сельских поселений, рассказывают в департаменте. В основном акцент раньше делался на благоустройство спортивных территорий, на благоустройство детских площадок, то сегодня программа набирает обороты, люди видят, что территории действительно преобразовываются, люди сами видят результат и уже начинают придумывать более интересные проекты. Так в селе Щеняково Ильинского района удалось благоустроить территорию возле Дома культуры и установить уличную сцену. А в Бородино Гаврилово-Посадского района облагородили пространство возле мемориала героям Великой Отечественной войны. Всего в этом году грантовую поддержку от региона получили почти 250 местных инициатив. Из них 101 проект благоустройства в сельской местности. Сейчас больше половины идей уже реализованы.